Приветствую, друзья! Надеюсь, помните вы, что я акушер-гинеколог, поэтому женская тема – моя любимая тема. И в женском курсе вас ждет 5 закрытых занятий. Первое занятие – это эрозия шейки матки, что с ними делать, дисбиозы, миомы, мастопатии, гиперплазии, эндометрия. Второе занятие. Мы рассматриваем вопросы приклимакса, климакса и что делать с этим. Третье занятие – это профилактика болезни стареющего организма. Как не стареть, несмотря на то, что в принципе мы все войдем в климактерический период. Но что сделать, каким образом себе подстелить соломку, чтобы это никак не отражалось на вашем внешнем виде и уровне здоровья. Также очень ценная лекция «10 постулатов». Противораковой защиты. Это то, что должна знать каждая женщина и передать по наследству. И алгоритм действий при миомах, мастопатии, гиперплазии, эндометрии уже пошаговая инструкция. Очень ценно. Я думаю, что каждая женщина должна это знать.